Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. Сегодня мы познакомимся с аквариумной рыбкой циклозома чернополосая, или, как ее еще называют, циклозома зебра. В живой природе обитает в водоемах Гватемалы, Панамы, Гондураса, Никарагуа и Коста-Рики. К тому же в Австралии и Северной Америке нерадивые аквариумисты выпускали этих рыб в местные водоемы, где они вполне хорошо прижились. Стоит начать с того, что это одна из самых неприхотливых рыб. По этой причине она одна из самых распространенных у любителей цихлид. Как правило, в аквариумах объемом 60 литров содержат сложившуюся парочку самца и самку. Но в любом случае, чем больше аквариум, тем лучше. Но не стоит подсаживать мирных, пусть даже крупных рыб. Циклозома чернополосая – достаточно агрессивная рыбка в период нереста. Конечно, она на мирных крупных рыб нападать не будет, ну, по крайней мере, устраивать смертельные бои, но пощипать плавники может, а вот с другими цихлидами очень хорошо уживается. Вырастают эти рыбки достаточно крупными, особенно самцы. Максимальный размер в аквариуме 13 см, самки меньше около 10 см. Очень хорошо, если в качестве грунта будет песок. Как и многие другие цихлиды, циклозома чернополосая любит рыть грунт. Особенно, когда делает гнездо для будущего потомства. Необходимо разместить всевозможные укрытия, а если аквариум большой, около 150 литров, и у вас много различных рыб, то желательно его разграничить крупными камнями, корягами или гротами. Они очень любят иметь свою личную территорию. Часто спрашивают, нужны ли растения. Не обязательно, но если очень хочется, то можно. Необходимо использовать для этого растения с мощной корневой системой. Благодаря селекционерам циклозома чернополосая обрела новый окрас альбиноса, ну или просто белые с золотистыми краплениями. Эти рыбки живут до 10 лет, но только если условия содержания будут соответствовать требованиям. Температура воды не должна быть ниже 22 градусов, но и не более 25, а вот pH от 6 до 8. Такие параметры воды может соблюдать даже новичок. В аквариуме обязательно должна быть аэрация и фильтрация воды. Не забывайте подменивать воду хотя бы раз в неделю от 15 до 30%. И еще один важный момент является кормление. Можно честно сказать, что они всеядны и крайне непереборчивы в еде. Лучшим вариантом будет насыщенная белком пища. Хорошо едят мотыля, трубочника, мидии, мясо креветок, говяжье сердце и филе морских рыб. Можно давать сырую икру, сельди или минтая. Для разнообразия можно дать немного растительной пищи, например, крапиву или какую-нибудь китайскую капусту, предварительно обдав кипятком. Конечно, в качестве корма можно дать сухие промышленные корма. Они одинаково хорошо едят и хлопья, и гранулы. Кормят этих рыб небольшими порциями, один, максимум два раза в день. Поесть они очень сильно любят, но не стоит перекармливать этих рыб. Чем еще хороши эти виды рыб? Особой плодовитостью и простотой разведения. Но для начала давайте разберемся, как отличить самца от самки. Самки округлой формы, размеры мельче самца, окрас более насыщенный, плюс к этому имеется оранжевая окантовка на животе. Плавники более округлые, у самца плавники заостренные, живот плоский по бокам, размерами больше самки. Конечно, если вы хотите сохранить максимальное количество мальков, пару лучше отсадить из общего аквариума. Если это не принципиально, циклозома чернополосая может нереститься даже в общем аквариуме. Самка откладывает за один раз около 30 икринок.
После того, как самец ее оплодотворит, начинается новый этап. Самец отгоняет от гнезда всех, кто к нему приближается. Проявляет бурую агрессию. Родители циклозомы чернополосой своих детей не едят. В отличие от, например, рыбы гуппи. Хотя в редких случаях поедание матерью подрощенных, так сказать, мальков имели место быть. Через 2-3 дня проклевываются мальки. Скорость развития икры и мальков зависит от температурного режима. Чем выше температура, тем быстрее развиваются мальки, но температура должна быть в пределах разумного. Уже через неделю молодь пробует есть корм для рыб. В качестве первого прикорма можно давать живую пыль или дафнию. Как правило, уже в месяц жизни они становятся совсем взрослыми и питаются абсолютно так же, как и их родители. Ну вот, в принципе, и все, что мне хотелось рассказать про этих рыб. Видео подошло к концу. Если вам понравились эти рыбки, обязательно ставьте палец вверх. Если вы являетесь обладателем циклозом чернополосых, тоже ставьте лайк и напишите под этим видео о своем опыте содержания. Ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на группу находится в описании под этим видео. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Thank you.